فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Разберем упражнения прошлого урока. Тадрибатун упражнения. Первое упражнение – дополни предложение субъектом действия, то есть фаилом, действующим лицом. Например, табахат приготовила ат-таама еду. Юсааиду помогает аль-факира бедным. Ятиру летает филь-джауи в воздухе. Таамалу работает филь-мусташва в больнице. Яхафу боится миналь-киттати от кошки. Фахимат поняла ат-дарса урок. Требуется действующие лица. Требуется действующие лица. Например, табахат является глаголом. Глаголом прошедшего времени. Юсааиду помогает является глаголом настоящего времени. Ятиру летает является также глаголом настоящего времени. Таамалю работает также является глаголом настоящего времени. Яхафу боится также является глаголом настоящего времени. Фахимат является глаголом прошедшего времени. А что касается ат-таама, ат-таама это мафулум бихи, на кого падает действие. Аль-факира филь-джауи. Фи харфу джар, джауи исмун маджрур. Здесь, например, нету мафулум бихи, на кого падает действие. Например, филь мусташва в больнице. Также нету мафулун бихи, на кого падает действие. Однако ат-таама, аль-факира, оба являются мафулун бихи, на кого падает действие. Однако здесь везде требуется фаиль, действующее лицо. И также, например, миналь-киттати, например, от кошки. Также нету мафулун бихи, на кого падает действие. Однако здесь требуется действующее лицо. Ат-дарса. Ат-дарса уже является мафулун бихи, на кого падает действие. И также здесь требуется фаиль, действующее лицо. Например, аль-иджабату – ответ, аль-умму – мать. Например, табахатиль-умму – таама. Приготовила мать еду. Аль-умму является фаилем, действующим лицом. Например, юсааиду. Юсааиду. Аль-ганию – богатый. Юсааиду л-ганию л-факира. Помогает богатый бедным. Ятиру, например, таиру. Ат-таиру – птица. Например, ятиру таиру филь джауи. Летает птица в воздухе. А таиру является фаилем, действующим лицом. Например, таамалю ат-табибату. Таамалю ат-табибату. Работает ат-табибату врачиха. Таамалю табибату фил мусташфа в больнице. Здесь надо будет написать ат-табибату. Здесь надо написать аль-умму. Здесь аль-ганию. Здесь ат-таиру. А здесь ат-табибату. Яхафу аль-фа'ру. Яхафу аль-фа'ру миналь-киттати. Миш боится кошки.
Здесь надо написать аль-фару, и фар является фаилем, действующим лицом. Фахимати толибату дарса. Поняла студентка от дарса урок. А толибату является фаилем, действующим лицом. Ман фахимат дарса. Кто поняла урок? А толибату студентка. Фахимати дарса. Поняла урок. Фахимати толибату дарса. А толибату является действующим лицом фаилем. А дарса мафулун бихи. На кого падает действие? Фахимат является глаголом прошедшего времени. Второй. Дополни предложение объектом действия. Мафулун бихи. Аль-иджабату ответ. Якулул инсану. Кушает человек ат-тагама еду. Ат-тагама является мафулун бихи. На кого падает действие? Якулу является глаголом настоящего времени. Аль-инсану является действующим лицом, фаилем. Ман якулу. Кто кушает? Аль-инсану якулу. Человек кушает. Что кушает? Ат-тагама. Яшрабул инсану. Пьет человек. Ман яшрабу. Кто пьет? Яшрабу – это действие. Инсану яшрабу. Человек пьет. Инсану является фаилем. Является действующим лицом. Маза яшрабул инсану. Что пьет человек? Яшрабул инсану лмаа. Пьет человек воду. Альмаа является мафулун бихи. На кого падает действие? И мафулун бихи. На кого падает действие? Он всегда с фатхой в конце. Катабати толибатул ваджиба. Написала студентка. Ман катабат. Кто написала? А толибату студентка. Фаиль. Действующее лицо. А толибату катабат. Студентка написала. Маза катабати толибату. Что написала студентка? Аль-ваджиба. Задание. Аль-ваджиба — это задание. На аль-ваджиба падает действие. Яшрахул устазу ад-дарса. Объясняет учитель урок. Ман яшраху дарса. Кто объясняет урок? Аль-устазу яшраху дарса. Учитель объясняет урок. Аль-устазу является объясняющим фаилем, действующим лицом. Маза яшраху устазу. Что объясняет учитель? Ад-дарса яшраху устазу. Урок объясняет. Ад-дарса – это мафулун бихи. На кого падает действие? И он с фатхой в конце. А яшраху является глаголом настоящего времени. Самиатуль азана. Я слышал азан. Самиа – это глагол прошедшего времени. Местоимение ту с даммой – это слитное местоимение, слитно с глаголом. Он является действующим лицом. Действующее лицо, являющим местоимением. Это действующее лицо. Самиа – ту. Я слышал. Ман самиа. Кто слышал? Самиа – ту. Я слышал. Маза самиа – ту. Что я слышал? Самиа – туль азана. Я слышал азан. Азан является мафулун бихи, на кого падает действие. Фи йаумил утлати. Выходные дни. Уназифу. Я чищу, убираю. Аль-бейта. Дом. Маа умми. Вместе с моей матерью. Аль-бейта. Мафулун бихи. На кого падает действие действующего лица? Уназифу. Это глаголы настоящего времени. Теперь вопрос. Где действующее лицо? Где фаиль для глагола уназифу? Ответ. Действующим лицом для глагола уназифу — это подразумеваемое местоимение. Подразумевается она.
Уназифу аналь бейта. Однако она здесь подразумевается, не пишется и не читается. Уназифу бейта подразумевается. Уназифу аналь бейта. Аль бейта является мафулум бихи. И он с фатхой в конце. И третий. Прочитай следующий текст и найди аль-фа'илу, действующее лицо, и аль-маф'улю бихи, и на кого падает действие. Назаля аль-вахью аля расулиллахи, салаллаху алейхи вассаляма, фи гари хираа. Ниспослал откровение аля расулиллахи к посланнику, салаллаху алейхи вассаляма, фи гари хираа, в пещере по именем Хира. Назаля – это глагол. Аль-вахью является действующим лицом. Это фа'иль, это действующее лицо, так как действующее лицо приходит после действия, после глагола. Дага расулю наса иляль имани биллахи вахдаху. Звал посланник людей к вере Всевышнему Аллаху Субхану ва Та'аля, одному ему. Дага является глаголом. После глагола приходит действующее лицо. Действующее лицо. Дага расулю. Ман дага иляль имани биллахи. А расулю дага. Наса. А нас это мафулум бихи. Маза фа'аля расулю. Что сделал посланник? Дага звал. Лиман дага. Кого звал? Аннаса дага. Людей дага звал. И поэтому ар-расулю это фа'иль, действующее лицо. После действующего лица приходит, на кого падает действие. На людей падает действие. Аннаса. Асламат Хадиджату. Приняли ислам Хадиджа. Первым, кто принял ислам, была Хадиджа, ради Аллаху анха. Асламат, приняла ислам, это глагол. Ман асламат, кто приняла ислам? Хадиджату. Хадиджату является фа'илом, действующим лицом. Ва аслама Абу Бакрин. И принял ислам также Абу Бакр. Абу Бакр был вторым, кто принял ислам после Хадиджи. Ради Аллаху анха. Аслама – это глагол прошедшего времени. Абу является, или можно вместе сказать, Абу Бакрин является фа'илом, действующим лицом. Ва аслама Алиюн. И третьим, кто принял ислам, Али, ради Аллаху анху. Аслама Алиюн. Аслама глагол. Алиюн, действующее лицо, фа'ил. Ради Аллаху анху. Пусть будет доволен им всеми Аллах. Рафада ахлю Макката ислама. И отказали принимать ислам жители Мекки. Аль-ислам, то есть они отказали принимать ислам. Рафада отказывать является глаголом прошедшего времени. Ахлю, кто? Ман рафада, кто отказывал? Ахлю, жители. Что они отказывали принимать ислам? Аль-ислама уже маф'улум бихи, на кого падает действие. Аззабаль куфару сахабата. И неверные начали мучать сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Аззаба – это мучать, является глаголом прошедшего времени. Аль-куфару – фа'иль, действующее лицо. Ман аззаба – аль-куфару. Кто делал, то есть та'зиб, мучение, кто мучил? Аль-куфару – невернее. И они являются фа'илом, действующим лицом. Кого они, то есть мучили? Ас-сахабата, сподвижников. Ас-сахабата является маф'улум бихи. И он с фатхой в конце. Хаджара ас-сахабату мин Макката иляль Мадинати. И переселились сподвижники от Мекки в Медину. Хаджара является глаголом
прошедшего времени. Ас-сахабату является фаилем, действующим лицом. Ман-хаджара, кто делал переселение. Ас-сахабату, сподвижники, и они являются действующими лицами. Здесь нету маф'улум бихи, на кого падает действие. Мин макката иляль мадинати. Ва хаджара, и также переселился Расулу саллаллаху алейхи вассаляма айдан. Посланник саллаллаху алейхи вассалям айдан также. Хаджара является глаголом. Ман хаджара, ар-расулу хаджара. Ар-расул — это фаиль, действующее лицо. Аль-иджабату — ответ. Аль-фаиль — действующее лицо. Назалаль-вахью. Назала является глаголом. Аль-вахью — фаиль, действующее лицо. Даа-расулю. Даа — глагол. Глагол прошедшего времени. Ар-расулю — фаиль, действующее лицо. Аслямат Хадиджату. Аслямат — глагол, действие. Хадиджату — фаиль, действующее лицо. Аслама Абу Бакрин. Аслама — действие, глагол. Абу — фаиль, действующее лицо. Аслама Алиюн. Аслама — фиал, действие, глагол. Алиюн — фаиль, действующее лицо. Радия Аллаху. Радия — фиал, глагол. Аллаху — имя Всевышнего, величие, фаиль, действующее лицо. Рафада ахлю Макката. Рафада — глагол. Ахлю — действующее лицо. Фаиль. Аззаба аль куфару. Аззаба — фиал, действие. Аль куфару — фаиль, действующее лицо. Хаджара сахабату. Хаджара — глагол, действие. Ас-сахабату. Хаджара расулю. Хаджара — глагол, действие. Фиалун. Ар-расулю — фаилун, действующее лицо. Аль-мафулю бихи. На кого падает действие. Даа расулю наса. А наса является мафулюн бихи, на кого падает действие. Рафада ахлю Макката аль-ислама. Аль-ислама является мафулюн бихи, на кого падает действие. Аззаба аль-куфару сахабата. Ас-сахабата является мафулюн бихи, на кого падает действие. Четвертый. Используй каждый из ниже следующих глаголов в глагольных предложениях. Джумлятун фиалиятун — глагольное предложение. И потом укажи на субъект, то есть на фаиль, на действующее лицо. Аль-фаилю. И объект, то есть на мафулюн бихи. Аль-мафулю бихи, если они есть. Например, глагол фатаха. Ракибат, назара, ястайкиду, юкмину, ябки. Например, аль-иджабату — ответ. Аль-фиалу — глагол. Фатаха — юкмину, назара, ястайкиду, ракиба, ябки. Аль-джумляту — предложение. Фатаха-л-устазу-л-баба. Открыл учитель дверь. Фатаха является глаголом. Аль-устазу является фаилем, действующим лицом. Аль-устазу. Ман фатахаль-баба — кто открыл дверь. Аль-устазу — учитель. И он является действующим лицом. Маза фатахаль-устазу — что открыл учитель. Аль-баба — дверь. Аль-баба — это маф'улюн бихи, на кого падает действие. Или, например, юкмину аль-муслиму биль-яуми аль-ахири. Аль-муслиму является фаилем, действующим лицом. Юкмину — это глагол настоящего времени. Ман юкмину — аль-муслиму — мусульманин. Однако здесь нету маф'улюн бихи, на кого падает действие. И поэтому здесь есть глагол и действующее лицо. Аль-фаиль — это аль-муслиму. Аль-фаилю. А что касается ракиба, назара, ястайкиду, юкмину и ябки, надо будет самим написать предложение и определить, присутствует мафулюн бихи или нет.
Однако действующее лицо обязательно должен присутствовать. Акмилил иджабата бин навсика. Заверши ответ от себя. Дорогой студент, не забывай о том, что все, что мы уже прошли в этой книге, а также все, что мы пройдем в дальнейшем, целью всего этого является не заучивание наизусть некоторых правил, а использование этих правил для правильного понимания арабского предложения, а также для построения правильного арабского предложения. Посмотрим, как мы освоили пройденный материал при разборе предложения. Караа толибуль китаба. Прочитал студент книгу. Ат-тахлиль, то есть результат или анализ. Караа фи'лун мадин. Это глагол прошедшего времени. Фи'лун мадин. Атолибу фа'илун, то есть действующее лицо. Ман кара аль-китаба. Кто прочитал книгу? Атолибу, студент. Студент прочитал книгу. Маза кара атолибу. Что читал студент? Аль-китаба. Книгу. И книга это маф'улун бихи. На кого падает действие? Внимательно прочитай и запомни следующее. Захаба Мухаммадун иляль мадрасати. Пошел Мухаммад в школу. Маза фааля Мухаммадун. Что сделал Мухаммад? Захаба. Пошел или ушел. Ман захаба. Мухаммадун. Мухаммад является фаилем, действующим лицом. Он тот, кто сделал действие. Иляль мадрасати. В школу. Здесь нету маф'улун бихи. На кого падает действие. Есть только действующее лицо. Кто сделал действие. И захаба является глаголом прошедшего времени. Над данным словом стоит дамматун. То есть над словом Мухаммад стоит дамма, а не фатха и не кясра. Поэтому мы говорим Мухаммадун фа'илун. Мухаммад является действующим лицом марфу'ун. Когда говорим марфу', подразумевается даммой в конце. Марфу' это те слова, у которых с даммой в конце. И поэтому Мухаммад является марфу'ом, то есть с даммой в конце. Фа'илун, Мухаммадун, фа'илун, действующее лицо, марфу'ун, он марфу'а. Теперь вопрос, как мы узнали, что Мухаммад, он марфу'а, по каким признакам? Добавляем, ва'аламату, и признакам раф'ихи, его раф'а. Слово Мухаммадун ад-дамма. Это дамма. Дамма указывает то, что Мухаммад он марфуа. И признак рафа это дамма. Например, раайту Мухаммадан. Я увидел Мухаммада. Раа это глагол фиал. Ту это фаил, действующее лицо. Раайту. Я увидел. Ман раа, кто увидел? Ана раайту, я увидел. Мухаммадан, на Мухаммад падает действие. Мухаммад маф'улун бихи, аль маф'улу бихи. На кого падает действие? Мухаммадан. Над данным словом стоит фатхатун. Мухаммадан с фатхой в конце. А не дамма и не кясра. Поэтому мы говорим Мухаммадан маф'улун бихи мансубун. Он маф'улун бихи. На кого падает действие? И он мансуб. Он мансуб. Имеется в виду с фатхой в конце. Теперь вопрос. Как мы узнали, что слово Мухаммадан мансубун? Добавляем ва'аламату и признаком насбихи. Его насба. Слово Мухаммадан аль-фатха. Это фатха. По фатху мы узнали, что Мухаммад,
Он мафулун бихи и мансуб. И признак его насба это фатха. Тадрибун упражнение. Найди аль-фа'илу действующее лицо и аль-маф'улу бихи, на кого падает действие в следующих предложениях. Например, вада'атул кутуба филь хакибати. Я поставил книги в сумку. Вада'ату, вада'а это фи'ал. Ту это фа'ил действующее лицо. Аль-кутуба. Это маф'улу бихи, на кого падает действие. Язхабу толибу иляль мадрасати фиссабахи. Идет студент в школу утром. Язхабу это глагол настоящего времени. А толибу это фа'иль действующее лицо. Маф'улу бихи нету здесь. Маф'улу бихи отсутствует. Юфаккиру л-инсану биль-акли. Размышляет или думает человек с головой. Юфаккиру это глагол настоящего времени. Аль-инсану это фа'иль, действующее лицо. Отсутствует маф'улун бихи, на кого падает действие. Амар аль-исламу бис-сидки. Приказывает или призывает ислам бис-сидки к правдивости. Амара это глагол прошедшего времени. Аль-исламу с даммой над мим в конце. Это фа'иль, действующее лицо. Отсутствует маф'улун бихи, на кого падает действие. Тахталифу л-хайяту л-лана ани л-хайяти фил-мадди. Отличается жизнь сейчас от прошлой жизни. Тахталифу является глаголом настоящего времени. Аль-хайяту – это фа'иль, действующее лицо. А что касается, на кого падает действие, также отсутствует. Насахани табибу бимумарасати риадати. То есть посоветовал мне врач заняться спортом. Насахани. Насаха – это глагол. Вот этот я уль-мутакаллим, я для первого лица, это местоимение, это слитное местоимение, когда приходит именно этот я, когда приходит слитно с глаголом, в этом случае действующее лицо приходит после маф'улун бихи. Фа'иль приходит после маф'улун бихи. Действующее лицо приходит после того, на кого падает действие. Ат-табибу это фа'иль. Я, вот этот я, это маф'улун бихи. Будем подробно разбирать в следующих уроках, иншаллах. Ла яхдусу шайун фи дунья илля бизниллахи субханаху ва та'аля. Не происходит ничего в этом мире, кроме с разрешением Аллаха субхану ва та'аля. Яхдусу – глагол настоящего времени. Шайун – фа'иль, действующее лицо, на кого падает действие. Да иман янтасиру л-хакку аляль-батили финнихаяти. Постоянно побеждает истина над ложью в конце. Янтасиру – это глагол настоящего времени. Аль-хакку – это фа'иль, действующее лицо. Яхтаджу л-инсану илля тарвихи анин-нафси. Нуждается человек в отдыхе. Яхтаджу является глаголом настоящего времени. Инсану это фа'иль, действующее лицо. Ман яхтаджу, яхтаджу л-инсану. Халь назафта л-бейта. Ты убирал дом или почистил дом. Халь является вопросительной частицей. Это вопросительная частица. Назафта это глагол прошедшего времени. Та является действующим лицом. Назафта, анта назафта. Маза назафта, что ты убирал? Аль-бейта, дом. Аль-бейта, маф'улун бихи, на кого падает действие. Субханака ва бихамдика, ашхаду ан ла иля анта, астагфирука ва атубу илейка, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.